Друзья, всем привет! В этом видео мы будем искать машины для того, чтобы на них заработать. И сейчас будет пару коротеньких осмотров, дальше я их прокомментирую. Первую машину, которую мы с вами поедем смотреть, это Hyundai Solaris 2013 года. Он на автомате белого цвета, там два владельца, пробег 170 тысяч, и там была лицензия. Человек говорит, что недолгое время он подрабатывал в такси, типа машина, ну так, в целом неплохая, есть моменты по кузову. Ладно, в общем, поехали посмотрим, а дальше я прокомментирую. И крыло заднее красить, бампер, ну бампер понятно, да, это крыло. Так, что тут еще? Грязно, да. По этой стороне тоже что-то, да, делать надо? Вот. Такой, да? Ага. А ты работал на ней, нет? Солярис посмотрел. Видео получилось коротенькое. Снимать было неудобно. Давайте расскажу коротко на словах. Туда по вложениям требуется, ну, 1050. Ее надо в круг там покрасить, бампера сделать, салон местами подшить, похимчистить, коврики поменять, они там с дыркой, руль желательно поменять, резину поменять, там разная резина стоит. В общем, ну, машина такая, она как бы поездила. По технике, кстати, машина так, более-менее. Он еще ее держал на ходу, на плаву. Он сам не работает на ней в такси, но он там, парень, занимается своей деятельностью, она как рабочая у него, поэтому он за ней особо не парился, не следил. По цене я ему озвучил 280, это адекватная за нее цена, потому что берем еще 50 сверху на всю подготовку, она выйдет 330, и вот продавайте ее, ставить ее 390, по 400, вот и плюс-минус как-то торговаться и что-то зарабатывать и продавать. Следующую машину, которую мы с вами поедем смотреть, это Infiniti QX56 13 года. Но перед тем, как это сделать, мы соберем максимально первичную информацию. И, кстати, многие из вас спрашивают, где ты пробиваешь тачки. Так вот, ребят, я пользуюсь сервисом Автокод Профи. Что это такое? Это сервис без лимитных проверок. Вы платите один раз абонентскую плату за месяц и проверяете в течение месяца сколько угодно автомобилей. Так, что мы имеем? Ввели госномер, Infiniti QX56 13 год. Кстати, очень интересно и удобно, что здесь можно делать пометки и этапы разные, ну, использовать ее, грубо говоря, как CRM. Видим, что здесь есть фотографии, которые программа подтягивает со сторонних ресурсов, где машина когда-то засветилась. Очень прикольно, интересно. Так, вид есть. Машина в пленке, но я это знал, хозяйка об этом говорила. Два владельца. Есть исполнительные производства. Это значит то, что, скорее всего, неоплаченные штрафы, которые уже попали к судебным приставам. Но ограничений пока я вижу нет. Окей, как раз есть три неоплаченных штрафа, скорее всего, поэтому и ведутся вот эти исполнительные производства. Это не критично, идем дальше. Дубликат ПТС выдавался. Смотрите, как удобно, можно нажать сюда и посмотреть, что у нас есть по данным, допустим, ГИБДД, по ДТП. Задний бампер, ну, в принципе, не критично, одна авария, задний бампер. Давайте дальше посмотрим по пробегу. В 2016 году был 102 тысячи, в 2019 207, сейчас 240. Ну, по логике он не скручивался. Ну, а куда больше, куда скручивать? Конечно, история не идеальная. Но, в принципе, для этой машины более-менее можно ехать смотреть. Это не наш вариант. Черный. Жесть, уставшая. Там пытались пленку снять, да? Нет, послушайте, мы 8 лет назад накатали, да, пленку? Ну, вот это сейчас без пленки. Верни капот. Infiniti посмотрели. Рассказываю. Машина в пленке. Она с самого начала была затянута в пленку у официалов. С одной стороны, это как бы неплохо, да, кто-то скажет, ну, она сохранилась, наверное, под пленкой, официалы хорошо затягивают. На самом деле, есть тут подводный камень очень немаленький. Представьте, с 13-го года она в пленке, и пленка может настолько въесться в краску, ну, в лак, то, что когда ты ее начнешь снимать, ты можешь ее снять с краской. Это первый момент. Второе.
сама по себе пленка уже уставшая. Она облазит. Ну, вы обратили внимание, надеюсь, на видео, что на капоте пленка была облезшая. Третье. У нее подошла цепь. Пробег 240 тысяч. Она хотела, там, хозяйка, хотела 1 100 000. Но закладываем то, что надо поменять цепь, а там замена цепи может быть и рублей 200. Плюс ко всему, пленку надо снимать, а вопрос, что там под пленкой, неизвестно. Ну и немаленький пробег, вот это все калькулируем и складываем, понимаем то, что она вышла бы под 1 300 000 400 000, и что с ней дальше делать? Ну, соответственно, заработать на ней не получится, ну, по крайней мере, о каких-то более-менее нормальных деньгах, если идет речь. И возни с ней будет много, поэтому озвучили ей совершенно другую цену, 900 тысяч ей назвали, она... сказала подумать, но по словам подумать, скорее всего, было подразумевалось, нет, ребят, не подходит. Ну, в общем, мы ее не купили. Следующий экземпляр, который мы поедем с вами смотреть, это Renault Symbol 2003 год, механика 1.4, 7 владельцев. 7. Я понимаю, что там такой трупничок. Но мне важно понять, насколько этот трупничок уже вообще умер, ну или еще есть шансы его как бы воскрешать, что-то делать, красить, чинить. По цене 75 тысяч рублей человек за него хочет. Ну ладно, поехали посмотрим, что нас там ждет. Капот, вот капот. Такая штука. Ну крыло как бы, пластмасс. Понятно, крыло пластик. Ах, вот здесь грязь, да? Это или что-то грязь, грязь, да? Дверь. Ну я сейчас с этой стороны, мы пойдем по кругу. Вот такая штука здесь. Вот, еще здесь потрескалась краска. Надо что-то будет немножко сделать. Так, с крыло заднее. Ну, это тут. Это кто-то вандализмом занимался, да? Да, сама куда-то съездила. А, и приехала. Так, задние арки. Такая история. Здесь вот, ага, низы. Ну, короче, низы дверей по-любому. Нет, не все, только вот это. Вот это, да? Да, да. Только вот это все. Ага. И бампер тоже, да? Разъем. Ну да, я вижу бампер. Резина тоже, да? Зима. Лето. Зима, лето, резина, да. И там, и там это. Раз. Слушай, ну да, что-то прям тут тоже, да, этот. Ну, прокладку надо. Угу. Масло давно, да, не менял? Ну, да, надо менять. Угу. Я вообще пообщался, лучше официалов брать, потому что у этих левых они на Е. Нет, да, конечно, у этих серых левых салонов дилеров вообще смысла нет. Не, я имею в виду, что-то смотрел определенное, конкретное уже. Ну, Солярис, Крета. А, ну, нормальный вариант. Поворотники вместе с габаритами, да? Мои ожидания оправдались. Я думал, там будет трупнина, и там оказалась трупнина. Все как и должно было быть. Renault Symbol, ну действительно, весь он пожуханный по кузову, техника там, ну явно вообще не в лучшем состоянии. Он там говорит, и что поменял-то? Ну, кости. Поменял кости за все время. Подкапотка вся там в масле, все грязное спереди. Она плюс еще ко всему была бита и не слабо. Все это кривое, косое. Резина разная. В общем, туда вложение, я так посчитал навскидку, ну, рублей 40, чтобы она как-то более-менее выглядела. А человек уперся в... Ну, уперся, это значит, все, он как бы типа 75, ну, 70 и все, не ниже. Если речь идет о 70, плюс 40 вложений, 110 она выйдет, а рыночная цена у них как раз-таки и есть. 110-140. То есть, то на то и выходит, смысла заниматься нет. И вообще, с такими машинами на самом деле очень много мороки. Из просмотренного мы ничего не купили. Но, конечно же, выпуск был бы неинтересен, если ничего не приобрести. В итоге получилось взять один автомобиль. Это Chevrolet Cruze 2011 год на автомате 1.8. Ну, в общем, дальше пойдет речь о нем.
внимание. Ну что, очередная покупка. Chevrolet Cruze. Я его вот купил уже. То есть я не буду показывать вам осмотр. Мы сейчас вместе его посмотрим. Но перед тем, как мы его сейчас посмотрим вместе с вами, мне хочется сказать сразу, ребята, знаете, вот вы мне часто пишете, блин, как ты мог купить вот такую машину, вот это, да? Это 2011 год, 1.8 на автомате за 280 тысяч рублей. Таких же цен не бывает. Ну, во-первых, скажу сразу, что вы знали и понимали, откуда такие цены, можете подписаться на закрытые стримы. А во-вторых, давайте теперь разберем, почему она сама ее не могла продать. Это хозяйка, да, владелица, собственница. И вы также мне часто пишете, что, блин, ее же она могла выставить и продать. Она ее выставляла, да, чуть дороже продавала. А давайте посмотрим теперь, в каком состоянии она ее продавала. Давайте вот просто осмотрим и ответим сами себе на вопрос, почему не могла продать. Крыло. Вот смотрите, надо, чтобы продать, оказывается, надо его покрасить было. Покупатель не хочет ездить на машине с таким крылом. Вот это, смотрите. Обескоструила, хотя, кстати, пробег там 115, что ли, тысяч, и, ну, это жесть, как бы, да? Покупатель не хочет ездить задним с таким крылом. Опак, у нас один отсутствует. Ну, здесь притертость, ну, как бы она под грязью. О, оказывается, и переднее крыло нам надо делать, и бампер красить. А, оказывается, машину надо готовить к продаже. К продаже готовить надо. А теперь давайте посмотрим по салону. Меня больше всего это удивляет. Очень тяжело продавать машину, когда у тебя вот такая штука в салоне, вот такая, когда вот, ну, такая грязь в салоне. Ну, бардачки, ладно, нужно химчистить ее. Вот смотрите, вот эти штуки грязные, да, ну, типа, они отмываются, вот. И чтобы это все сделать, надо, ну, заниматься машиной, да, как бы. Так не продаются машины, открою вам секрет. И наша задача с вами ей заняться. Что у нас еще? Руль, ну, я протер салфеткой руль, он прям черный был. Вот когда вот так проводишь, аж черная рука была, сейчас уже не черная. Еще смотрим, такая ситуация у нас в багажнике. Ту-ду-ду-ду, она отдала все. Теннисные ракетки, мы сейчас, надо разобрать будет нам. Смотрите, провода. Кстати, люди часто очень отдают барахло с машиной. Вот эту штуку неспроста. У нее эта штука, запомните, жидкость для гидроусилителя руля. Сейчас я покажу вам, что там с ним. Вот грунтовка, пожалуйста, надеюсь, не ей она грунтовала эту машину. Во-первых, у машины было ДТП. Ну, то есть, когда смотрели, мы это понимали, знали, все окей, как бы, ну, все норм. То есть, здесь менялись фары. А, кстати, знаете, в чем прикол, как она машину вообще продавала? Смотрите, как вам? Типа, машина точно в аварии не была? Да не-не-не, а что за фара у вас на заднем сиденье? Так это ж фонарик. Ну, просто фонарик, я хожу с ним вот по улице, когда темно. Вот, и тут еще как... О, ребята! Что, хотите сказать, мне не надо покупать? Или это сломанный, или что это? Короче, сейчас я вам покажу, смотрите, ситуация какая. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот эта штука, вот эта, а она вот здесь. Да, это она. Вот это шумит, течет, с нее течет. Это насос гидроусилителя. Вот сюда заливается жидкость, она течет по этому шлангу, вытекает здесь из этого насоса, попадает вон туда, вон там все в масле гидроча. Я сегодня встал с утра такой, блин, надо искать, менять. Ну, посмотрел по Авито там, у нас 4-5 тысяч рублей есть вроде такие насосики. А сейчас смотрю, на заднем сиденье лежит насос. Заводим. И слушаем, 115 пробег, да, я вспоминал сколько. Ну, во-первых, такое, видите, чуть-чуть есть гудение, но оно сейчас меньше стало, потому что я залил масло. Меньше, походу, масла не хватало, здесь был уровень меньше. Ну да, сейчас хотя бы уровень. Задача следующая. Вытащить всю вот эту, весь хлам из нее, барахлишко. Помыть, точнее, сначала, чтобы понять, что красить. Ее покрасить, по-любому два крыла передних, заднее крыло, вот эти штуки, сделать, чтобы они были черные каким-то образом, сделать химчистку, полировку, разобраться с течью масла в Иуре, и, в принципе, можно продавать. То есть такой круз надо продавать так, чтобы он, ну, выглядел, что здесь реально одна хозяйка. Жидкость для омывателя стекла, это все мы оставляем. О, пацаны, кипарь, смотрите, кипарик вот такой есть. Огонь кожаный, кстати, причем вообще нормальный, я вам скажу. А, made in Vietnam, ну ладно. Ну, вьетнамский кожаный кипарик. Нет, мы его выкидываем, куда я. Нужен пакет для этого, все, вот это мусор, перчатки. Нужны варежки кому-то, могу разыграть за самый лучший комментарий. Зайчиками, смотрите. Вот, проводочки, кстати, оставляем. Есть вещи, которые надо выкидывать, а есть вещи, которые выкидывать вообще не надо. Вот такие проводочки мы, блин, оставляем. Ключики оставляем.
уже как минимум приятнее, да, выглядит все это дело. Вы видели такой лайфхак? Я сначала не понял, думаю, в чем прикол, что за матюль. А оказывается, омывалка матюль, вот вам. А теперь приступаем к салону. Ребят, у меня вопрос, что с этой фарой можно сделать? Крепления отломаны, фара треснута, я думаю, что она просто нафиг не нужна, да, по-хорошему. Давайте немножко впечатлений о крузе, кукурузе. Блин, мотоциклисты, смотрите, вот здесь, вот на этой дороге, в предыдущем сезоне, еду, и, блин, один уже на обочине лежит мертвый. Серьезно, он говорит, просто он вот так же обгонял и, короче, влепился в лоб-лоб. Ребята на мотоциклах, ну, осторожнее, правда. С 1.8. У нас был 1.6, есть чем сравнить, 1.8 едет чуть-чуть получше. Карабас. И знаю, что у них такое слабенькое место, карабас, здесь работает нормально, но, знаете, вот есть, допустим, там четырехступенчатые вот эти какие-то Мазды, да, там вот у меня Мазда, там четырехступка, неубиваемая древняя коробка, да, блин, она там жрет бензин, да, как бы, ну, не коробка, а машина на четырехступке, но здесь она вот, есть ощущение, что как бы, ну, слабость какая-то в этой коробке, я не знаю, как это передать словами. Ну, когда ты думаешь, сейчас вот лишнего дать, если наваливать, она может себя повести неадекватно. Ну, ладно, это субъективные просто чувства. Я так понял, что это вообще Opel, по сути, да? Это GM, это просто другой кузов, а так это тот же самый Opel Astra, да, если не ошибаюсь. Я имею в виду по мотору и, скорее всего, даже по карабасу. Вот что он делает, не знаете? Вот смотрите, вот что, вот, вот, я о чем и говорил. Смотрите, карабас, он как бы работает хорошо, но сейчас на скидывание немножко дынь такой, знаете, толчочек-то был толчочек-то. А вот зачем нам этот толчочек на скидывание? Он нам нафиг не нужен вообще на нормальном автомобиле. Ну, а по салону, ребят, ну, салон, ну, что-то в нем есть. Не знаю пока что, и не знаю пока где это что-то есть. Ну, вот, ну, типа, отличается от Ford Focus. Вы знаете такой лайфхак? Называется салфеточки. Вот пока вы сидите, ждете, тупите в своем ютубе, инстаграме, делать вам нечего, смотрите видосы, наверное, со мной, может быть, не со мной, не знаю, возьмите тряпочку и протрите вот тачку, знаете, вот эти все места, потому что на мойках они не вымывают эту всю тему. Помыли тачку, есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Хорошая какая? Мы посмотрели насос, я вам покажу сейчас этот. Там потекает уплотнительное кольцо, короче, отделаемся малыми жертвами. Здесь плохая, вот эти притертости, они оказались больше, чем я планировал. Посмотрите, какие ужасные жесткие притертости. Полировка, я думаю, это не уберется. То есть это красит еще две двери. И при свете, ну, дня они разноцветные, видите? Вот эта темнее дверь, вот это светлей крыло. Коцак оказалось больше. Ну ладно, 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 не расстраиваемся. Вот оно течет. Вот видите. А вы видели, вот таксишный мини-купер. Вообще в Москве что только не увидишь, да? Потом будет продавать. В такси не работало. Да, вот он, таксишный купер, блин. Давайте иногда буду снимать вам будни перекупа, что предлагают, вот с какими вариантами работаю и общаюсь. Вот звонил человек сейчас, хочет продать Волгу, представьте, 98-й год, один владелец, 14 тысяч пробега. Такую машину не найти. Ну, хочет он очень дорого, 140 тысяч рублей. У меня есть товарищ, который разбирается в этих Волгах. Вот, как думаешь вообще, вот это вообще что? Он хочет 140 тысяч рублей за нее, говорит, гаражного хранения там. Ну, и там один владелец реально. Это уже не я не знаю, кому он ее будет продавать. Угу. Ну, как бы это только каких-то любителей, потому что 3102, которые 02, они интересны, ну, как бы их люди любят. Ага. Типа. Он, да. Алло, по поводу Волги, с вами общались. Да. Ну, я посоветовался, 02 была бы Волга, тогда да, там можно и по цене, как бы, говорить уже такое. 3102, не от 300 тысяч начинают. Я думаю, 1060-80 цена будет. Ну, вчера приезжали за 125 окончательная цена. Блин, а чего вы не отдали-то? Я не согласился. Ну, короче, 125 я вчера ее показывал и не отдал. Но вам перекупы я отдам за 140. Ну, я же частник. Я ни копейку не потеряю, но только перекупом за 140, а другим людям за 125 нет. Ладно, так держать, молодцы. Вот такие перекупские будни, идем дальше. Друзья, так получилось. Я продал круз. Я понимаю ваше негодование, типа, ты обещал подготовить. Как же так? Вот ты говорил, хозяйка не смогла продать, а как ты продал тогда его? Ребят, на самом деле рынок немножко поменялся. Тогда, когда она его продавала, тогда рынок был, ну, другой. Было много предложений, цены были адекватные. Сейчас, ну, что-то невероятное творится на рынке. Цены на машины взлетели. Люди пытаются хоть что-то найти.
И я его продал, не размещая. Его купил мой родственник. Здесь я нарушил одно из важнейших правил перекупа – не продавать своим. Но ну, я отговаривал. Я сказал как, все как есть. Я его не делал, не готовил, не красил. Я вот вышел и рассказал все о нем. Все нюансы, все детали и вот… И все. Человека полностью устроило. Там, ну, действительно, были свои плюсы, то, что одна хозяйка, пробег небольшой. Отдал я его за 385. И хочется сказать, не надо писать мне, типа, вот, что ты зарабатываешь на горе людей. Объясните, какое горе? Женщина продала быстро машину за столько, за сколько хотела и была готова. Парень купил тачку по низу рынка с одной хозяйкой, 120 пробег. Никто не жалуется, все рады. Ну, в общем, была такая история. Слава богу, получилось заработать. Я думаю, пора нам завершать этот выпуск. На этом все, друзья. Всем пока.